корабля. Следующий, теперь наша очередь. Давайте разберемся с этим грифоном. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Беломорская. The next station is Беломорская. Поезд следует до станции Автозаводская. Станция Беломорская. This is Беломорская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Речной вокзал. The next station is Речной вокзал. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Речной вокзал. This is Речной вокзал. Следующая станция – Водный стадион. The next station is Водный стадион. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Поезд следует до станции Автозаводская. Водный стадион. This is Водный стадион. О подозрительных предметах сообщайте машинисту.
найдем вход в пещеру. Должен признать, мы отличная команда. Да, жаль, что на волшебных играх нет соревнований по скоростному спасению. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Войковская. The next station is Войковская. Станция Войковская. Наземный переход на станции Балтийская и Стрешнева Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Стрешнева. Второй диаметр. This is Войковская. Change here for Балтийская and Стрешнева stations of Moscow Central Circle and T2. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Сокол. The next station is Сокол. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Сокол. This is Сокол. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – аэропорт. The next station is airport.
Для вашей безопасности держитесь за поручни. Поезд следует до станции Автозаводская. Станция Аэропорт. This is Airport. Закрываются. Следующая станция Динамо. The next station is Динамо. Станция «Динамо». Переход на станцию «Петровский парк», «Солнцевской» и «Большой кольцевой линий». This is «Динамо». Change here for lines 8A and 11. Поезд следует до станции «Автозаводская». Закрываются. Следующая станция Белорусская. The next station is Белорусская. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Поезд следует до станции Автозаводская. Станция Белорусская. Переход на кольцевую линию. Выход к Белорусскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. This is Белорусская. Change here for line 5, D1 and Air Express trains to Шереметьево Airport. Задачей прошлого второго года было получить свой чармикс. В этом году вашей задачей будет окончательное превращение.
Если вы достигнете этого уровня, у вас появится доступ к новым силам. Например, к волшебной пыльце и миниатюризации. Это ваш шанс стать полноправной феей. Полноправной феей? Это единственный способ закончить третий курс. Те, кто пройдут это испытание, будут получать свою работу. Они получат приз, который изменит их жизнь. А остальные останутся такими, какие они есть сейчас. Но не стоит забывать, что высший уровень для феи — это не только большие силы, но и серьезная ответственность. А что нам сделать, чтобы к этому подготовиться? Вам не придется учиться или тренироваться. Слава богу. Испытание само найдет вас в критический момент. Вам придется спасти кого-то из вашего мира. И вы сделаете это только если пойдете на жертву. Если вы пройдете испытание, то достигнете финального превращения. Значит, мне нужно спасти кого-то из солярия? Легко. Главное, чтобы это была не химера. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Маяковская. The next station is Маяковская. Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Станция Маяковская. This is Маяковская. Тверская. The next station is Тверская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Поезд следует до станции Автозаводская. Станция Тверская. Переход на станции Пушкинская и Чеховская. This is Тверская. Change here for lines 7 and 9. Театральная. The next station is Театральная. Будьте осторожны, выходя из вагона. Поезд следует до станции Автозаводская. Yeah.
станция Театральная. Переход на станции Охотный ряд и Площадь Революции. This is Театральная. Change here for lines 1 and 3. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новокузнецкая. The next station is Новокузнецкая. Будьте осторожны, выходя из вагона. Поезд следует до станции Автозаводская. Новокузнецкая. Переход на станцию Третьяковская, Калужско-Рижской и Калининской линии. This is Новокузнецкая. Change here for lines 6 and 8. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Павелецкая. The next station is Павелецкая. Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Поезд следует до станции Автозаводская. Станция Павелецкая. Переход на кольцевую линию. Выход к Павелецкому вокзалу и аэроэкспрессом в аэропорт Домодедово. This is Павелецкая. Change here for line 5 and aeroexpress trains to Domodedovo Airport.
осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Автозаводская. The next station is Автозаводская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Автозаводская. Надземный переход на станцию Автозаводская Московского центрального кольца. This is Автозаводская. This train terminates here. Change here for Moscow Central Circle. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации.